Легковажне поводження з побутовим газом може призвести до критичних ситуацій – від отруєння людини до вибуху цілого житлового будинку, наголошують фахівці. Мешканці ж міста кажуть, дотримуються правил газової безпеки. Во-первых, коли я вхожу, я перевіряю, щоб було закрито. На ночь завжди окно відкриваю. Для вентиляції необхідно. Все в исправности держится. Регулярно, когда приходят проверять, мы открываем двери, показываем приборы. Открываю, проверяю, да и все. Газовики ж стверджують, останнім часом почастішили випадки самовільного втручання в газову систему. Хочу привести плохие примеры, дабы их не повторить, эти ошибки наших потребителей. В 2017 году из-за самовольного вмешательства в систему газоснабжения при попытке замены газовой колонки пострадало 89 квартир жилого дома по улице Нахимова, 28. Неделю жители находились без услуги газоснабжения по причине попадания воды в газопровод из-за неправильного подключения колонки жителям одной из этих квартир. При використанні газу в побуті обов'язкове дотримання кількох правил. При пользовании газовыми приборами обращать внимание на наличие тяги. Обязательно проверять наличие тяги путем прикладывания листа бумаги к вентиляционному каналу, чтобы вентиляционный канал был освобожден от посторонних предметов. Сеточку вентиляционного канала нужно периодически прочищать. Нужно допускать работников управляющей компании для осуществления проверки дымовых и вентиляционных каналов. Олександр Карамушка, Валерія Косигіна. Цей день.